постоянно снимаю, да? Вот у меня камера была. Я тоже не знаю. Вечер, Наталья. Здравствуй, канал Мода. Здравствуй, твой первый вопрос. Что я здесь делаю? Где мы? Мы на чудесной премии Beautiful People, да, People Awards 2015, да, 2016. Каждый человек здесь красив душой, телом. У каждого своя красота, мыслями. Приятно, что, несмотря на трудные времена, мы все равно отмечаем достойных людей. Вижу очень много знакомых, уже целуемся, обнимаемся, и раз мода на плаву, значит, все будет хорошо. Наталья, ну как мы представляем интерес моды, сейчас интересует вопрос модниц и модниц. Как выжить и стать красивыми и стильными в этом текущем кризисе? Абсолютно уверена, что нужно вспоминать наши традиции наших прабабушек. Они очень хорошо умели медитировать, потому что вышивали разноцветными нитками, подбирая иногда рисунок и бусинки, и нитки. И они своего рода так прощали, могли дождаться с войны своих героев, могли убрать ревность, могли запрограммировать что-то на добро. Давайте расписывать валенки, давайте шанхайских барсов покрасим в синий цвет. Но мы все равно придумаем, как украсить тулупы золотыми, не знаю, какими-то кружевами. Мне сейчас так нравится, что много русского на улице. И какие-то шапочки из платков, какие-то мужские галстуки из новопосадских полков. Ребята, мы скоро заполоним этим весь мир. Не знаю, у всех кризис на планете. У нас главное весело. У нас розочки, листочки, улыбки, колобки, не знаю, неваляшки. Круть. Спасибо, Наталья. Это была Наталья Толстая. Всем любви и добра. Пока. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Мы рады приветствовать на этом вечере. Ну, я только пришел и сразу увидел огромное количество красивых людей. Красивых людей не только внешне, красивых людей внутренне. Я вижу, как люди улыбаются, как люди общаются, как люди получают удовольствие от сегодняшнего вечера. Это самое главное. Потому что все-таки красота – это не только внешний признак, но это внешний признак, который подкрепляется внутренним. Все-таки без внутреннего внешняя красота не имеет никакого значения. Вы не заметите ее. Поэтому мне приятно находиться среди многих знакомых, многих моих друзей. И такие вечера всегда приятны, потому что приятно пообщаться с людьми, с которыми давно не виделся. Александр, вы часто посещаете модные мероприятия? Если я свободен, и если меня пригласили, я с удовольствием приду, потому что это всегда позитивные эмоции, это всегда какие-то приятные встречи, это всегда хорошо. Поэтому я стараюсь посещать различные премии, показы, потому что от любого общения я нахожу что-то новенькое для себя. Часто после таких вечеров ко мне приходит вдохновение для того, чтобы написать песню. Поэтому я люблю с людьми общаться, люблю наблюдать за происходящими событиями. Это всегда вдохновляет на творчество. Александр, ну так как у нас канал мода, мы обязаны вам задать вопрос. Наши модницы и модники интересуются, как остаться стильными и модными в период этого кризиса в стране? Стильно и модно? Знаете, я приверженец того, чтобы твоя одежда была тебе комфортна. Это первоначально. Стиль, он, наверное, присущ, наверное, не каждому. Стиль приходит и уходит. А вот все-таки комфорт остается с тобой всегда. Поэтому человек, который одет в одежду, которая комфортна, он всегда будет вести себя достаточно гармонично и будет выглядеть модно. Когда человек, привыкший к классическому костюму, одевает какие-то рэперские наряды, это смотрится нелепо, несмотря на то, что это модная одежда. Поэтому я в своих, скажем так, одеваниях, я в своих костюмах никогда не стремился быть модным. Я стремлюсь, чтобы мне было комфортно и чтобы это было красиво.
Вот это я считаю, что стильно и модно. То есть можно сказать, что в вашем стиле именно одежда отображается на ваше внутреннее состояние? Абсолютно. Я хожу только в той одежде, в которой мне комфортно. Я одеваю те цвета, которые нравятся самому мне и в которых я себя ощущаю гармонично. Чтобы я стоял с вами, разговаривал и не думал, в чем же я сейчас одет и заправлена ли правильно у меня штанина или не заправлена. Я не хочу об этом думать. Я хочу думать о том, что я говорю людям и что они мне говорят. Спасибо, Александр. Приятного вам вечера, хорошего настроения. Спасибо вам. Добрый вечер. Сегодня с нами Наталья Вовк. Да, добрый вечер всем. Мне безумно нравится атмосфера, абсолютно соответствует названию мероприятия. Все прекрасны, все красивы, все выглядят потрясающе и все очень добрые. Вот что я очень людях ценю, это доброта. Наталья, ну так как у нас телеканал «Мода», мы обязаны задать вопрос. Да. Как сейчас нам, вот модницам и модникам, выжить в период кризиса? Вы знаете, возможно, стоит полазить в бабушкином гардеробе или в маме, потому что винтаж, во-первых, да, никто не отменял, модно очень. А во-вторых, сейчас клёш снова возвращается. Но все же в курсе, если модники и модные, да, то стоит что-то похожее поискать. Вот, я нашла бабушкину сумочку. Но сейчас я не с ней, она у меня дома лежит. Действительно, офигенный винтаж, очень горжусь, и я с ней уже хожу. Каблучков, к сожалению, у бабушки не осталось. А так поройтесь в старых гардеробах, правда, там есть что найти. Спасибо, Наталья. Всего доброго, до свидания, всем хорошего настроения. Добрый вечер, мы рады приветствовать вас. Добрый вечер. Ну, в первую очередь, я думаю, это первое мероприятие, которое после Нового года, то есть это большая номинация, идут, да, там аворд, поэтому я думаю, что в этот зимний такой холодный вечер, это будет очень приятная, теплая вечерняя обстановка и, в общем, такой очень камерный зал, который уже все больше и больше здесь проходит, очень таких приятных событий для нас, для светской тусовки, для каких-то номинаций. Я думаю, что будет великолепный вечер. Алина, так как у нас телеканал «Мода», мы обязаны вам задать вопрос от наших модниц и модников. Как нам выжить в период текущего кризиса? Ну, я думаю, у нас все закаленные люди уже привыкли к кризису, и падениям, и взлетам. Поэтому, я думаю, надо продолжать жить, одеваться, готовиться к весне, следить за модой. И, конечно же, приходить к нашим российским дизайнерам. Потому что уже, вот я только прилетела из Харбин Fashion Week, выступала, да. И там все больше и больше смотрят на нас, и нас ждут, и хотят именно следовать именно российской моде. Правда говорят, что внутренний стиль, он отображается в нашей одежде? Конечно. И я скажу больше. Я советую даже каждое утро, когда вы просыпаетесь, себе прислушаться, одеваться именно в том стиле, какой вы чувствуете сегодня утром. То есть это будет, может быть какое-то строгое платье, а на следующее утро вы одеваете какие-то рваные джинсы с блузкой какой-то очень дорогой, с какими-то дорогими украшениями. Поэтому я советую смешивать стили, не одеваться одинаково. День он длинный, он прекрасный, его надо как-то вот с другим настроением встречать каждое утро. Спасибо, Алина. Спасибо большое. Хорошего зимы. Итак, «Лотус» уходит в красивые, достойные руки. Добрый вечер, дамы и господа. Я безумно рада быть сегодня здесь, и мне очень приятно, что именно эту премию вручаю я, ее как человека и как влюблена в ее творчество, поэтому это огромная радость для меня. Ты чудная, мы тобой гордимся, радуемся, и действительно ты приносишь нам столько теплоты и столько такого позитива. В общем, всех-всех-всех благ и удачи тебе и процветания в дальнейшем в твоем творчестве. Спасибо. Еще не все, спасибо. Не
И все проходит через руки Гэри. Все проходит через руки Гэри. Спасибо огромное. Спасибо. Талант, талант и красота на то постоянно. Поэтому на то получилось. Хочу исполнить для вас свою песню, которая называется «Правильно начинается». Мисс России и Мисс Бикини 2016 года. Добрый вечер. Здравствуйте. Анастасия, расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем вечере. Ваши впечатления? Вечер очень яркий. И вот, мне кажется, в такую погоду как раз самое время собраться вот на таком мероприятии, потому что мероприятие очень такое светское. И здесь встречают тепло. То есть здесь очень приятная атмосфера и очень приятно здесь находиться. Анастасия, ну так как у нас телеканал «Мода», наши модники и модницы интересуются одним вопросом. Как нам выжить именно в этот текущий период кризиса? Ну, мне кажется, что нужно просто переждать этот момент, и все само собой. Ну, во что нам одеваться? Во что нам одеваться? Ну, естественно, нужно одеваться в то, что подсказывает, вот, повторюсь уже, внутренний твой мир. То есть у меня бывает вообще такое, что я просыпаюсь и хочу, не знаю, одеться в какой-то рок-стиль. А бывает такое, что я просыпаюсь, не знаю, хочется одеться, ну, принцесса из 80-х или 90-х. То есть мне кажется, нужно просто придерживаться такого casual стиля. Он всегда в моде и всегда приветствуется. Кстати, а как вы относитесь к винтажным вещам именно с сундуков бабушек? Ну, мне, пожалуй, нравятся вот эти сами сундуки, потому что я люблю оригинальные такие вещи. И, ну, я часто такие вещи использую для фотосессии. То есть они очень ярко и необычно смотрятся вот в кадре. Поэтому очень даже приветствую. Спасибо, Анастасия. Да. Добрый вечер, друзья. Спасибо большое за премию. Мне это большая честь, очень неожиданно получить это уже в новом году. Приходите к нам в гости, у нас передовые технологии, у нас очень красиво, отлично мы стираем, мы делаем все, чтобы вы нас одержали. Спасибо большое, до новых встреч. Спасибо, ваше благодарствие. Добрый вечер. Сегодня с нами Кристина Глент, номинант сегодняшнего вечера. Кристина, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о сегодняшнем вечере. Добрый вечер. Я очень рада тут сегодня присутствовать. Для меня это большая честь, очень неожиданно. Я надеюсь, что я выйду, конечно, с наградой. И желаю всем номинантам в том числе выйти отсюда с победой. Кристина, как нам выжить в период текущего кризиса? Вы знаете, я считаю, что это такой глобальный вопрос на сегодняшний день. Я считаю, что все руководители крупных организаций, ну и не только, в сфере красоты в том числе, должны идти на уступки своим, по отношению к своим клиентам, чтобы удержать, задержать и все-таки постараться выжить все вместе в такой непростой ситуации. Кристина, а как вы относитесь к винтажным вещам? Очень положительно. Мое платье тоже винтажное сегодня. Здорово. Кристина, большое спасибо, хорошего настроения и успехов в победе. Спасибо большое, взаимно. Процветание. Всем добрый вечер.
Вы знаете, сегодня прекрасное мероприятие, которое посвящено красоте. Здесь много прекрасных, замечательных дам. Хотелось бы пожелать всем победителям оставаться в данной высоте и еще новых побед, новых высот. Но для вас группа «Ассорти» споет две замечательные песни. Ну и, конечно же, «Красивая любовь». Пожалуйста. Добрый вечер. Вечер. Елена, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о сегодняшнем вечере. Знаете, я сегодня подготовила небольшой сюрприз. Вы меня увидите на сцене. Я буду награждать одну из лучших женщин нашего Первого канала. И этот вечер я готовилась, в общем, достаточно торжественно, потому что это такое событие посленовогоднее, достаточно серьезная. Меня пригласила Карина Мартиросян. И когда она предложила мне выйти на сцену и вручить приз, я была просто очень счастлива и очень благодарна ей за это. Скажите, пожалуйста, часто вы присутствуете в таких мероприятиях? Ну, я дизайнер своей марки Елена Шипилова. И, естественно, дизайнеров приглашаю часто, потому что мы одеваем звезд, и одеваем не только звезд, у меня промышленная марка, одеваем женщин. Наверное, уже за миллион я одела женщин. И, конечно, меня часто приглашают на разные мероприятия. Елена, скажите, пожалуйста, так как у нас телеканал «Мода», мы обязаны задать вопрос от наших модников и модниц. Как вы относитесь к тому, чтобы наши модники и модницы достали винтажные вещи и стали одевать эту одежду? Ну, винтаж всегда несет в себе энергетику того времени. Это сейчас модно, сейчас в моде ренессанс, сейчас в моде возвращение к истокам. И я думаю, это очень здорово, просто они должны добавлять что-то новое, этим, комбинировать эти вещи современными. Это будет очень красиво и очень стильно. Спасибо, Елена. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Ты красива не только внешне, но и внутренне обожаю. Ты идеальная. Ты выдающаяся спортсменка. Ты серебряный призер Олимпийских игр. Ты многократная чемпионка мира. Ты потрясающая жена, я знаю. Ты заботливая, любящая мать. Ты идеальная подруга, с вами понаслышке. Поэтому именно тебе, именно самое для меня таким идеалом и образцом для подражания ты являешься. Тебе хочу вручить эту действительно заслуженную награду. Поздравляю тебя. Спасибо огромное всем, кто, как я понимаю, выбрал меня. Для меня это большая честь, и особенно быть
первой победительницы первой премии в номинации «Спорт». Для меня это втройне приятно, но и в десятерне, больше в 10 раз приятнее получить эту награду от Олесы, от моей одной из самых любимых актрис и просто потрясающе красивой девушки. Спасибо тебе, Олеса. Я хочу еще сказать, что на самом деле в этой номинации моей могли победить все наши девушки. В частности, если говорить о художественной гимнастике, то все достойны этого приза. Поэтому, ну, для меня это, я не знаю, огромная честь еще раз. Спасибо большое. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы узнать ваше впечатление о сегодняшнем вечере. Ну, очень приятный вечер. А для меня вдвойне приятно, потому что я ухожу с призом, как самая красивая спортсменка. Ну, как-то так меня объявили. Хоть я уже не в спорте очень много лет, но мне приятно, что помнят, любят, кто-то выбирает. Ну, для меня это очень важно и очень приятно. Еще раз поздравляем вас. А подскажите, как часто вы на таких модных мероприятиях присутствуете? Нет, на самом деле очень редко. Я совсем не светский человек. И только если куда-то прихожу, если это касается если это благотворительное мероприятие, либо это какое-то детское мероприятие, потому что я мама двоих детей, и как-то хочется разукрасить их быт. Поэтому если зовут на какой-то детский праздник, то, естественно, я иду с ними. А так вот, чтобы самостоятельно, ну только вот если вот что-то мне собирается выручать, или я, возможно, номинирована, так я совершенно не публичный, не светский человек. Теперь маленький совет нашим модникам и модницам. Как нам выжить в этой кризисе? Ой, очень сложно, но самое главное, я это всегда говорю, что надо быть самим собой и ничего специально никогда не делать. Вот, мне кажется, в этом и есть успех красоты и, может быть, секрет, как и выжить, да, в это тяжелое и непростое время. А к бабушкиным сундукам обращайтесь часто? На самом деле у меня есть несколько вещей, несколько украшений от моей бабушки, от моей мамы. Я очень ими дорожу, и они действительно вне моды, это правда, потому что это вещи моих дорогих людей. Я уверена, что и мои дети, а у меня две девочки, тоже модницы, я уверена, что им по наследству тоже все достанется в лучшем виде. Спасибо вам, хорошее настроение. Спасибо большое, взаимно. Можно погромче сразу? Фролова, номинантка сегодняшнего вечера. Анжелика, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о сегодняшнем вечере. Ну, во-первых, я в восторге. Я, конечно, в ожидании. Я хочу уже... я жду, когда начнется мероприятие, и мне, конечно, очень интересно, когда я получу свою премию. Вопрос, получу ли я ее, я, конечно, себе не задаю. Анжелика, часто вы посещаете модные мероприятия? Вы знаете, да, я достаточно часто бываю на модных показах, и вообще я очень живо интересуюсь модой, в том числе и русской модой, и я считаю, что мы довольно сильны в этом. Вот, хотя
может быть, не всегда это находится под прожектором, знаете, не всегда это видно. Но у нас огромное количество талантов и наших таких вот совершенно необыкновенных русских дизайнеров. И я, на самом деле, очень-очень верю в большое будущее. Вот. Посоветуйте нашим модникам и модницам, как выжить в этот период кризиса. В этот период кризиса, мне кажется, во-первых, стоит посмотреть на свой гардероб еще раз, и еще раз, и еще раз. Ну и находить новые решения. Мне кажется, даже по-новому составленный ансамбль, он же как будто только что из магазина. Вот. Как вы относитесь к винтажным вещам? Я очень люблю винтажные вещи, потому что в них есть особая какая-то своя аура, особая энергия, которой они напитаны, они этим. И мне кажется, что именно какие-то винтажные вещи, они обладают вот этой вот особенностью быть удачливыми, успешными, знаете, вот такими талисманами, что ли. Поэтому я обожаю винтажные вещи. Спасибо, Анжелика. Всего хорошего, хорошего настроения. Спасибо и вам. До свидания. Добрый вечер. С нами Маргарита Ползаян, номинант сегодняшнего вечера. Маргарита, как часто вы посещаете модные такие мероприятия?
Ну, частенько я посещаю такие мероприятия, и, как правило, я выступаю на таких мероприятиях. Ну, конечно, для меня, это для меня удовольствие всегда, это всегда замечательно проведенное время и встреча, конечно же, с друзьями. Маргарита, дайте, пожалуйста, совет нашим модникам и модницам, как выжить в период этого кризиса. На самом деле все думают, что вот для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно иметь огромное количество денег. На самом деле это не так. Нужно просто грамотно комплектовать свой гардероб. И, в общем-то, всегда главное быть ухоженной. Даже ты можешь быть очень простенько одета, но если у тебя чистые уложенные волосы, аккуратный макияж без вот этих вот пугающих раскрасов, я сейчас не говорю про себя, у меня концертный раскрас, вот, то тогда ты будешь, в общем-то, всегда элегантно, красиво и будешь привлекать внимание. Маргарита, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к бабушкиным сундукам? Ну, это такая вещь, иногда даже очень необходимая. И к бабушкиным, и к маминым уже впоследствии сундукам. Я отношусь хорошо и думаю, что там всегда есть что почерпать, учитывая, что мода постоянно возвращается на круги своя. В общем, такой цикл проходит и возвращается к тому, что, допустим, носили наши бабушки. Вот. Поэтому я думаю, что имеет смысл иногда заглядывать туда. Спасибо, Маргарита. Всего хорошего и победы вам в номинации. Спасибо огромное. Хорошего вечера. Спасибо. Аплодисменты, пожалуйста. Поздравляю. Такого количества красивых людей. А мне кажется, мы наконец перешли этот рубеж, когда мы обращались к пластическому хирургу с просьбой сделать губы, как он же это не жёлтый. Они стали настоящими, а мы прошли этот период псевдо-гламура, и мы наконец стали уважать свою индивидуальность. И я как человек, который 8 лет посвятил не просто моде, а тому, чтобы раскрыть в каждой женщине ее красоту, ее индивидуальность, вот сегодня объявляю новый тренд. Тренд быть человеком. А второй тренд – тренд быть красивым человеком. Вот, еще мне хотелось бы большое спасибо сказать Галине. Мне кажется, это замечательная премия. И сам символ лотоса – это символ чистоты, мудрости и, ну, скажем так, духовности веры. Поэтому я надеюсь, что все получится. Спасибо. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, я считаю, что все вечера делаются для тех, кто их делает, с одной стороны. А с другой стороны, это очень приятное времяпрепровождение. Очень здорово, когда можно встретиться с партнерами. Очень здорово, когда можно встретиться с людьми, с которыми очень давно не виделся. С друзьями, артистами поговорить о том, о сём. И вообще, любой вечер, любая премия, мне всегда казалось, что это мероприятие для того, чтобы люди соединялись. Поэтому здесь все присутствует, и все очень-очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а вы часто посещаете такие мероприятия, модные именно? Ну, в последнее время очень редко, по причине занятости в проекте «Точь-в-точь». Вот сейчас начинаем оживать потихонечку, начинаем куда-то выходить. Там было не до этого. Скажите, пожалуйста, вот что вы посоветуете модникам и модницам наших страниц? Как выжить в данном кризисе? Как выжить? На самом деле никто же не отменял иголку с ниткой. И никто не отменял креатив личный и собственный. Ни для кого не секрет, что и Витни Хьюстон, и Мадонна начинали с того, что они делали сами костюмы себе. Поэтому, девчонки, у вас есть очень хорошее время сейчас в кризис сделать что-то такое, что будет через какое-то время иконой стиля. То есть, в принципе, вы поддерживаете винтажность? Я поддерживаю то, на что у людей есть, хватает фантазии. Понимаете, главное, чтобы у человека была фантазия, и главное, чтобы на это надо было немного средств затратить. Есть же бабушкины платья, причем очень в хорошем состоянии, и на самом деле сейчас именно время для креатива, несмотря на кризис, несмотря на то, что
происходят не очень понятные для нас вещи, но именно сейчас развивается, кстати, и в Америке, и в России в свое время, в кризис появилось очень-очень много талантливых дизайнеров, певцов, исполнителей и народных промысловиков. Спасибо большое за внимание, хорошего вам вечера, настроения. Спасибо, всего вам хорошего, самого лучшего, самого доброго. Будет очень-очень интересно. Александр и Наталья, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о сегодняшнем вечере. Вы сказали о каких-то минусах, которых можете рассказать. Минусы, но всегда первый блин кома, премия проводится первый раз. А премия замечательная, премия за красоту, это же здорово. Так мало красиво, точнее его много, мы не всегда видим. Нужно, чтобы кто-то пришел и указал, вот это красиво. Вот тут мы приходим на премию, говорят, вот посмотрите, это красиво, это правильно, потому что красота, правда, спасет мир, да? Да, а я могу сказать, что красота – это чувство внутреннее в первую очередь. Да, то есть, когда ты себя такой чувствуешь, ощущаешь, когда ты улыбаешься себе в зеркало и говоришь, ах, какая я чертовски красивая, да, и ты выходишь с этим потрясающим настроением, бывают, попадаются мужчины, которые думают, она правда чертовски красивая. Раз у вас такое настроение, дайте, пожалуйста, совет модникам и модницам, как нам выжить в этот период кризиса? Экспериментировать, вообще не загоняться мыслями о том, что там это дорого или вот именно, мне кажется, это такое время, когда это будоражит мозг, это будоражит фантазию, когда ты можешь совмещать какие-то дорогие, например, аксессуары, даже, например, с недорогой одеждой или наоборот. Поэтому мне кажется, что фантазия, эксперименты помогут всегда в любой ситуации. Бабушки на сундуке часто будете заглядывать? У меня нет бабушки на сундука. У меня даже дедушки на сундука нет. Но я согласен с Натальей. Просто экспериментируйте, даже если не в моде. Просто экспериментируйте. Хорошего вам вечера, настроения. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, удачи. Это уникальный проект под руководством Елены Шлифовой. Мин Модуль Студио, совершенно верно. Добрый вечер. С нами Любовь Руденко. Заслуженная артистка России, актриса театра Маяковского и кино. Любовь, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о текущем вечере. Вы знаете, ну, во-первых, я очень люблю, когда красиво. Я люблю, когда вообще все красиво. И вот одежда на дамах, как было написано, дресс-код. Да, правда, я смотрю, не все соблюдают дресс-код, платье в пол. Вот я, например, старалась соблюсти. Вот я платье в пол, несмотря на то, что я за рулем и даже то, что на улице сугробы по колено. Но хочется как-то соответствовать. Но, знаете, в наше время так мало возможностей выглядеть красиво. И сделать с собой что-то такое, и побывать в красивом окружении, в красивом обществе, когда вокруг красивые женщины, красивые украшения, красивые прически, наряды. Ну, это так приятно, когда звучит красивая музыка, когда награждают красивых людей красивыми подарками, когда тоже подарки всем раздают. Знаете, это я считаю, что это прекрасно, потому что в нашей жизни очень мало места для праздника, особенно в последнее время, когда нас засыпает снегом. Тем более, да. Поэтому надо находить время и приходить на такие мероприятия. Любовь, а вы часто посещаете модные мероприятия? Ну, вы знаете, очень редко, когда у меня совпадает свободное время. Вот сегодня так счастливо совпало, что у меня нет спектакля. Ну, в основном, конечно, работа. Театр, телевидение, кино. Никуда не денешься. Такая работа. Любовь, а что вы посоветуете нашим модникам и модницам в период текущего кризиса?
В период кризиса как можно чаще думать о том, чтобы что-то новое придумывать. Ну, знаете, когда, вот я могу сказать, когда нет денег, например, чтобы приобрести какое-то дорогое платье, там, я не знаю, костюм, наряд, посмотрите на то, что есть у вас в гардеробе. Может быть, есть хорошо забытое старое, которое можно как-то перелицовать, как-то что-то одно с другим пересочетать, перемешать. Или, например, вот берете простое платье, да, и вот как я там сейчас платье Натальи Гайдаржи, модельера замечательного, известного. Вот Наташа просто на обычное черное льняное платье вышила вот такие розы, и оно уже становится вечерним, понимаете? То есть очень много мелочей, которые могут нам помочь скрасить наши, я бы сказала, достаточно серо-белые, потому что сейчас много снега, серо-белые будни. Но я еще хочу сказать, что вот для меня, например, чем важны такие мероприятия, да? Тем, что я, смотрите, в кино меня одевают. На меня надевают костюм, который придумал художник по костюму. Мало того, у меня образы в основном таких уже бабушек, тетенек, пожилых. Потом в театре на меня надевают костюм спектакля, который придумал, опять-таки, художник по костюмам, который в образ меня, значит, облекает. И я играю совсем других персонажей. Там у меня 19 века женщина, 20-го, начало 20-го. Но вот так, чтобы вот какая я сегодня есть, Люба Руденко, вот здесь и сейчас, вот у меня единственная возможность и себя показать, и на людей посмотреть, и чтобы меня еще увидели, и на меня посмотрели, только вот на таких мероприятиях, как здесь. Вот Карина Мартиросян, которая меня уже не первый раз приглашает на такие мероприятия, думаю, господи, ну хоть куда-то я могу причесаться, накраситься, красиво одеться, как-то показать, что я еще женщина, а у нее уже бабушка и совсем тетенька, да, старенькая. Поэтому мне очень нравятся такие мероприятия. Я с удовольствием. Спасибо, Любовь, за внимание, хорошего настроения. И всем желаю, несмотря на то, что еще не весна, а еще глубокая зима, от любови только любви. Спасибо большое, Любовь.